сборную команду Амурской области для участия в чемпионате Дальнего Востока, который будет проходить в Южно-Сахалинске 31 марта, 3 апреля. Ну и, конечно же, один из фаворитов Александр Мерешко, который два раза уже выиграл чемпионат Дальнего Востока, является мастером спорта, соответственно, по смешанному боевому единоборству. Арсен Амаров, да, это те люди, которые, я считаю, они уже и выступали на России, да. Арсен Амаров является бронзовым призером первенства России по ММА. Они могут, конечно, побороться за путевки на чемпионат России и потом на самом чемпионате России.